все. И все, больше ничего. Все, и потом ложатся спать. Все, вот так делают. А зачем им это круглосуточно топить? А или круглосуточно топить, это ух, сколько надо. А может этот кизяк, это как сказать, он же медленно горит, температуру создает большую. А мне не надо кизяков. Вот я вот, например, не... У меня кизяки, вот, собачки, живые существа, вот эти кизяки, наверное, они мне греют, тепло дают. И мне вообще ничего не надо. Вот у меня, я их, эти собачки, ну, как бы, они у меня живые радиаторы. Есть радиаторы такие, а они у меня, вот, это живые радиаторы, они меня греют, согревают. Чем больше собак, тем лучше. Ну, правда, эти все вот, они... употребляют там ток, так далее, у меня пищу употребляют. Ну, у меня как источник такой, чистый источник, это генератор, чистейший, самый чистейший в мире, можно сказать. А вот они меня греют, мне согревают. И можно просто, вот, была бы пища, да, я бы пищу бы, не грел бы, ничего так ел бы, да. А вот что характерно, вот зимой, вот я не знаю, вот как, вот эти чукчи, вот, ну, я у чукчи считаю, можно сказать, или это природа так сама делает тебя. Вот никто мне ничего не подсказывает, как что. Вы знаете, вот мороженое, оказывается, полезно кушать мороженое. Представляете, мороженое. Я даже хлеб мороженый жру. Вот это иногда так жрать хочется. А думаешь, пока этот костер разведешь, пока насобираешь чего-то. На... А потом берешь этот мороженый хлеб и жуешь, просто жуешь, жуешь мороженое. Ну, как-то, и как-то привыкаешь к этому, и все. А потом постепенно, и как ешь вот этот хлеб, вот просто мороженое ешь, просто даже не замечаешь, что, что он как будто мороженое. Просто ешь его, и все, вот этот мороженое, все мороженое. Оказывается, вот, вот в мороз даже и вот съешь это мороженое, мороженое, и как ты себя чувствуешь лучше, вот, и не болеешь, вот, вот это самое главное. И оно вот само получается. Как у нас... Кто-то учится, у кого-то что-то учится, что-то... А нет, учиться не надо. Тебя природа сама научит, как действовать в этом мире. Просто первые дни, как бы ты как зачуханный. Представляете? Вот ты войдешь, а, не знаю, все, все, хана тебе, все, сожрали тебя мозга, все, все. Оказывается, нет, 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 нет. Поживешь чуть-чуть, и тебя природа, она как бы тебя, ну, не принимает, а потом постепенно. Постепенно тебя принимают, и ты входишь в эту природу тут, вот так постепенно. Надо постепенно, вот думаете так, ага, все, ага, вот я вошел, все, и природа, нет, она, вот, 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 как скажете, там года два, три, четыре, нет, это мало. Всю жизнь будешь жить, 80 лет даже будешь ты жить на природе, мало, мало, и ты природу не познаешь, вот, она как тебя воспринимает. Природу надо постоянно всех не изучить. Это, короче, надо несколько веков, чтобы все это изучить. Вот, вот так. Надо эту, надо мир, на эту природу смотреть. Ну дай бог, я вот сейчас за природу выпью, да. Ну как можно за природу сейчас пить, когда вот так смотришь на небо, и самолеты летают, вот эти турбинные, да. Ой, ёшка, сколько их еще летают, ну вот так небо. Полностью, они же портят все это, природа, все. Ну, вот куда ни глянешь, везде цивилизация, цивилизация. Плохо, плохо эта цивилизация.